на этой камере близко лицо, наверное, будет. Посмотрим, что получится. На мосту так тяжело ехать. Я не могу. Виктор мне говорит, вторую ставь. Я не могу тут на скорости ехать. Узкий мост, люди идут. Тут вообще можно улететь на дорогу. Говорю, новая, она уже пару лет, наверное. Тут-то целая идет это. Короче, я не знаю. Рассказ, целый параграф идет, если оттуда начинать. А, да? А, да, вон там целые фразы. Вот он, водопад. Да, надо как-то прокатиться. Железные такие скульптуры. Стоит индейцы. А, куда ехать? Здесь я вообще не могу вписаться. Да. Я не могу быстро же ездить. Она сама, что ли, отключилась? Это наши бегуны, бегущие человечки, посвященные этому дню бегунов. Bloomsday. Вот здесь уже просторно, тут я уже могу скорость прибавить.
остановимся. Мы уже уехали слишком далеко, надо было там. А мы сейчас туда и приедем. Интересное место. Это что? Это апартмент? Что ли? В таком красивом месте. Как одеваться. Thank you.
опасные тропы, оказывается, в даунтаун. Красе. Вот это тоже интересная площадка. Арфа. Так, ну почему-то она это не играет сегодня. В прошлый раз мы проезжали, она так это играла. Нет, не слышу. Она не работает. Не работает? Не-а. Вот здесь какой-то маяк. Или что это? А, нет, там это
в китайском стиле, иероглифы китайские. И здесь гуси. Ничего себе вы пришли. Здесь еще одна детская площадка. Ну классно они вообще сделали. Вот здесь мы не были, надо с Кейденом сюда сходить. Записывала, что я тут говорила про этот круг, что на самокате очень неудобно. Ну, я, по крайней мере, не могу, может быть, кто-то может. Я вот ногами держу равновесие. Здесь вот какая-то целая история написана. Underbreeze alone and angry. Короче, не зря я там сказала, это вам не машина. На этом скутере, пока научишься ездить. конечно, удобно кататься уже на самокате, потому что там были слишком эти узкие аллейки, здесь уже пошире. Смотрите, у них тут какой вью на город, на реку. Красота!